Всем привет! И в этом видео я вам покажу несколько спиннинговых оснасток, которые делаются очень легко и быстро. Первая оснасточка – это стандартная, как бы вот на отжиг-головке силиконочка. Думаю, никому не надо показывать, как одеть силикон на отжиг-головку. Потом крепится отжиг-головка уже либо к поводку, либо сразу к основной леске. Вот такая вот получается оснастка. Очень многие пользуются, очень многие довольны. Еще есть на джиг-головке, использую вот такую вот оснастку. Также джиг-головка, крючок, но здесь еще есть дополнительный двойник. Стоит внизу. За счет него избегается много холостых поклевок. То есть рыбка засекается намного лучше, чем вот на этот вариант. Кому интересна данная оснасточка, как ее подробно сделать, пишите в комментариях, сниму отдельное видео. И перейдем на шарнирный монтаж с чебурашкой. Возьмем вот силиконочка, одета на офсетном крючочке. И, естественно, понадобится грузик чебурашка. Вот эту скобочку вынимаем и просто одеваем сюда нашу силиконочку. И вставляем назад. Сюда крепится, естественно, ко второму ушку основная леска. Данный монтаж лучше тем, что здесь приманочка играет в свободном положении. Так, сейчас покажу в последнее время очень популярную оснастку под названием джиг-риг. Возьмем основная леска, вот идет у нас, и на конце застежечка. Сначала одеваем силиконочку на застежку, затем одеваем груз. Все это застегиваем, и вот у нас оснасточка готова. Очень популярная оснастка, хорошо ловит рыбку. Но при монтаже учитывайте то, что обязательно крючок должен смотреть вверх. Также наподобие есть оснасточка Tokyo Rig. Все то же самое, как Jig Rig, только используется вот грузик на проволочке. Приманка идет выше, чем на Jig Rig. Остальное все то же самое. Также сюда можно монтировать, допустим, силиконки без офсетника. Если у вас на рыбалке вдруг закончились офсетные крючки, либо вы их где-то потеряли, ну, либо какие другие причины, и у вас остались одни обыкновенные крючки с коротким цевьем, то можно воспользоваться вот таким вариантом монтажа. То есть здесь идет внутри обычный крючок и выходит петелька из плетенки. Как сделать такой монтаж? Ссылочку на это видео помещу внизу. Заходите, смотрите, кому интересно. Оснасточка на обычном крючке. Покажу, как сделать самый простой отводной поводок. Ну, покажу только как бы основу. Берем плетеночку, делаем из нее петлю сантиметров 80. Вяжем здесь узелок двойной, можно тройной. Затем эту петелечку мы разрезаем. Разрезаем так, чтобы один край у нас был сантиметров 20. Но сейчас это, конечно, будет меньше, чтобы все на камере было хорошо видно. И отвод уже делаем сантиметров 60-70. То есть у нас получается основная леска. Идет маленький отвод, на который мы будем крепить груз. И большой отвод, куда будет крепиться наша силиконочка. Такой вот очень простой и быстрый монтаж отводного поводка. Осталось у нас показать тоже весьма довольно популярную оснасточку. Это дропшот. Тоже покажу только на пальцах. На край основной лески привязывается груз. И уже в сантиметрах 30-40 привязывается прям непосредственно на основную леску силиконовая приманка. Ставьте лайк. Всем пока!